И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас долгожданный, наконец-таки, игровой видеоролик, который посвящен новым устройствам адреналина, как вы и просили. Вы просили показать в следующем игровом видосе устройство на Gauss. Посмотрим, что оно вообще из себя будет представлять, именно устройство адреналина. И посмотрим, насколько круто можно будет с ним нагибать. На основе у меня до сих пор нету ни одного устройства данного плана. Поэтому мне, как и вам, интересно, насколько круто можно будет его реализовать, насколько много можно будет выбить с него опыта, будет ли оно бустить меня в каких-то определенных моментах, попробую отыграть более грамотно. Не знаю, что из этого у нас получится. На смоке катали было довольно-таки неплохо, на рике катали было тоже приятно. Поэтому теперь посмотрим, что у нас будет на громе. Если вам нравятся игровые видеоролики, если вы хотите, чтобы мы записали следующий видос, посвященный устройствам адреналина, и дабы это было бы как можно быстрее, то как только на данном видеоролике набирается 150 лайков, я для себя понимаю, что видос должен уже быстрее, быстрее, быстрее с адреналинчиками новыми выходить. Ну и также в комментариях к этому видеоролику обязательно пишите устройство, на какую пушку вы вообще хотите, чтобы я протестировал следующим. Сегодня это Gauss, многие хотели его видеть, ну а я в свою очередь, конечно же, готов его продемонстрировать. Скатаем сегодня одну каточку в ТДМ-очке. И, наверное, одну каточку в контроль точек, два стандартных режима. Почему не осада? В осаде, я думаю, что там будет просто проще намного это делать. Поэтому я бы хотел бы немножко усложнить для себя задачи и поиграть те режимы, в которых я не буду себя максимально комфортно чувствовать. Резистов от Гаусса, по идее, в матчмейкинге на данный период времени не должно быть большое количество. Поэтому надеемся на то, что у меня будет все здесь получаться. Особо много урона сам по себе я наносить не буду. Знаете, можно, конечно, воспользоваться этой читерской возможностью и наносить урон по самому себе, а потом уже наносить по противнику, но я просто буду пытаться, наверное, меньше прожимать аптечек и больше сводиться и наносить урон по противнику. По сути, нет никакого абсолютно нерфа данного устройства, это простой обычный Gauss, только он еще имеет дополнительный буст в виде того, что как только у меня ХП начинает падать, урон моей пушки начинает повышаться. Я думаю, что многие уже ознакомились с этой информацией на Вики, потому что теперь у нас уже имеется полноценная инфа, в которой написано, на сколько процентов повышается вообще и урон сам пушки, да, и как это вообще действует. Если я не ошибаюсь, то на Гауссе это как дальняя пушка считается, то там вроде 38%, но я могу ошибаться, если что, меня поправьте, конечно, в комментариях. Но процент очень приятный, и поэтому в каких-то определенных моментах, конечно, даже и не хочется прожимать аптечку. Пока что катка не складывается максимально удачно и максимально приятно, но как только у меня появится овердрайв, я думаю, что все будет максимально круто и как должно быть вообще всегда на данной замечательной пушке. Урон при том раскладе, что у меня вот было сейчас где-то процентов 20 здоровья, был уже по 1000, грубо говоря, 700. Это довольно-таки неплохо, когда ты с двух выстрелов полноценно можешь слить, получается, викинга, да? То есть, если с обычным гауссом ты этого сделать не сможешь, то с устройством на адреналинчик это можно полноценно интересно реализовать. Ну и, конечно же, я забыл сказать про то, что я играю к своему дополнению с замечательным дроном, который называется защитник. Я сейчас аптечку прожал, потому что у меня был овердрайв, и уходить на респ в данной ситуации было как-то даже глупо, поэтому сейчас продолжаем уже наносить урон, уходим, к сожалению, на респ. Ну и, как я уже говорил в предыдущем видеоролике о том, что адреналин тебя сейвит довольно большое количество аптечек, потому что зачастую ты не прожимаешь аптечку, чтобы пожить на минимальном количестве здоровья, соответственно, ты и экономишь расходку, и при этом наносишь еще и больше урона в определенном конкретном бою. Пока что бой складывается очень даже удачно. Я занимаю первую строчку, при том раскладе то, что это ТДМ-ка, и для бойни, наверное, Гаусс не является максимально удобной пушкой, но пока все здесь очень даже приятно и очень даже неплохо. Есть еще и дроповая ДДшка рядом со мной, которую я, наверное, бы мог бы взять бы, если бы меня бы сейчас бы просто-напросто здесь не заморозили. Но вот здесь со сводки уже 1700 урона вылетает. И если бы я играл бы, скорее всего, сейчас бы не на адреналине, то я бы не ваншотнул бы данного игрока. Но это тоже не точная инфа, но мне так кажется. То есть у него, скорее всего, там было где-то около, наверное, 3600 хп.
у Титана полноценно, да. То есть я не думаю, что он был фулкачный. И его там еще немножко кто-то подкоцал. Но скорее всего бы я бы, если бы не имел бы адреналина, то вот этих вот бы 100-200 урона бы мне не хватило бы. Я бы его бы просто-напросто не заваншотил. А с адреналином это очень даже грамотно и интересно получилось здесь сделать. Но еще и овер ребята прожимают. Зачем они овердрайвы жмут? Я вообще не понимаю. И к слову, даже не видно шафтов, друзья. Как вы знаете, сейчас у нас в игре произошло обновление. Шафт очень дико жестко нагибает, но... Я почему-то в этой катке шафтов не наблюдаю. Меня по опыту кто-то обгоняет, да, то есть какой-то нагибатор здесь довольно приятненько бьет свои очки. А это вообще Хорната рельса с дестабилизацией снаряда. Вот так вот просто на ТДМ-очке у него получается все здесь реализовать со своей рельсой. Пока что у меня, я как уже сказал, не все так гладко, интересно и замечательно. Конечно, урончик я свой наношу. Вот сейчас можно было бы вообще там... Наверное, кинуть очень даже много. Но ребята сливаются. Соответственно, я не наношу уже большого сплэш урона, который мог бы залетать, если бы там было бы пару-тройку танков в одной точке. Обидно, досадно, но, как говорится... Ладно, еще одну сводку выдал. 3800. По идее, если бы у меня было бы сейчас поменьше бы здоровья, то я бы его бы ваншотнул. Но пока у меня выстрелов за 4К не вылетало. Это, конечно, Гаусс, у которого сводки бывают немножко рандомные, поэтому нет ничего такого сверхудивительного в том, что не вылетела до сих пор четверочка. Просто, наверное, нужного тайминга не поймал и не поймал нужного количества здоровья. То есть, если бы у меня было бы его реально мало, то, возможно, все это бы получилось бы реализовать. Свои, конечно, 6 или 3, да, как бы звезд я получил, но я, наверное, не совсем согласен и не совсем доволен такой каткой. Посмотрим, что сейчас у нас будет в контроле точек. Но, как я уже сказал, никакого минуса в этом устройстве для такой пушки точно нет. Это только плюс, это просто значит то, что сама пушка и моя игра на ней не смогла добиться успеха и не смогла занять первое место в бою. Я в последнее время не играю, да, в свое оправдание могу сказать, не играю большое количество боев на данной пушке, но она требует особенного какого-то подхода и особой игры на ней. Я, может быть, моментами просто делаю какие-то неправильные вещи, поэтому не получаю большое количество опыта, соответственно, не получилось, не фартануло, но сейчас совсем другой бой. Попытаемся первое место здесь хотя бы поймать, забрать и реализовать свое вооружение, свое устройство. Хотел сказать дрон, но дрон у нас не изменен, поэтому со дроном вообще по сути говорить-то даже и нечего. КП у меня здесь мало, но, к сожалению, я никого на этом минимальном количестве здоровья не уничтожил. Если бы был бы овердрайв, то скорее всего бы я бы там бы два танка бы унес. Сначала бы мамонта бы скушал бы, потому что мне не хватило там буквально немножечко урона. Ну и моментами вы видите сами, что я где-то свожусь, почем зря. Где можно было бы не сводиться, а просто нанести там урон. Тычку там 1600, например, урона по противнику и, соответственно, реализовать свое полноценное вооружение. 3200 урона. Хороший выстрел. Давайте попробуем еще и его слить. 1800, блин, что-то маловато. Залетело, если честно. Да, сбиваем, хорошо сбиваем шафту. Притом рассказать то, что у меня нет реза. Ну, он как бы и так с овером, он бы меня все равно бы сливал бы. Но все равно прикольно, интересно то, что так получается. То, что получается так реализовать все это дело. Ну и сейчас уже надо будет овердрайв прожимать. И полноценно пытаться забирать как можно больше очков. Так, 4000 урона вылетело, отлично. Шафта там слили. Но пытаемся забирать еще точку. Выиграть мы тоже, конечно же, хотим эту катку. Поэтому играем на победу. Страйкер играет с подрывом ракеты, как понял, да? Дистанционный подрыв ракет. Очень интересное устройство, которое я, честно говоря, для себя абсолютно не признаю. Но к нему, если привыкнуть, наверное, оно тоже довольно неплохо смотрится в бою. У меня еще и крит-ошибка двух игроков я уже не вижу. Надеюсь, что, конечно, она не прокнет сейчас, когда у меня будет 100% овер, и я буду наносить урон. Но по возможности, я думаю, что можно будет перезайти, когда я поймаю нужный тайминг и когда особо много не потеряю. Ну, либо меня сама крит ошибка схавает и сделает это дело быстрее, чем я это сам захочу. Шафт свелся. А, ну у меня корпус качнуло, поэтому свелся, все понял. Там два игрока на 0 хп осталось. Попробуем их сейчас слить. Одного уже слили, второго.
А, второй не на ноль. Второй на два выстрела, да, я так понял, был. Аптечку прожал. Я, к сожалению, его не добил. Жалко. Катка пока складывается максимально плохо, если честно, друзья. Ничего хорошего я в ней пока что не вижу. Мы сливаем. Меня сливают. Хоть и первое место у меня как бы полноценно здесь в этом бою имеется. Но ничего такого хорошего я для себя в этой катке отметить, к сожалению, не могу. Нас выносят. Счет уже довольно большим отрывом. Сейчас, конечно, шафта довольно неплохо я уничтожил. Не дал ему себя убить. Но это, сути дела, не меняет, пока ситуация складывается максимально плохо. Блин, по привычке прожал аптеку. Наверное, ее не стоило бы здесь прожимать. Пытаться, наоборот, пожить на таком количестве здоровья можно было бы. Но меня тут уже пришли и слили. Да, тяжело. 3 минуты остается до конца. Мы не сдаемся, конечно. Пытаемся. Продолжаем играть в том же духе. Если сейчас я просто перестану ехать на точке, то все закончится еще намного быстрее, поэтому продолжаем ехать, продолжаем стараться забирать точки. Возможно, мне стоит вообще переместиться сейчас от центра поиграть. Как я не понял, только я не слил данного игрока, когда я по нему нанес, получается, сколько я урона нанес? 1900 там было, да? У хорька 2к хп, по нему никто не нанес урона. Как-то очень странно, если честно, это было. Ну и сейчас меня, конечно, Гаусс тоже слил жестко, довольно-таки играя на защитники. Довольно мало урона, по сути, у нас там залетело. Отлично, двоечка красивая вылетает. И, к слову, этой двоечки бы не было бы, друзья, если бы не было бы адреналина. Поэтому, благодаря данному устройству, это было реально сделать прямо сейчас. И это, конечно, не может не радовать. А, этот титан еще и играет с устройством, которое при сводке отключает расходку. Боже, это вообще просто тотальный провал. И еще мы сливаем эту катку в ноль. Ё-моё, боже. Я сейчас смотрю на счет, смотрю на количество точек, которые держит противник. И просто я немножко в шоке, друзья. Что мне делать? Мне просто надо хотя бы здесь хоть кого-то слить. И хоть какую-то точку забрать. Но похоже, это все, это конечное. И здесь без шансов. Осталось очень мало времени, да. И хоть я и занимаю свое первое место, но бой мы, к сожалению, проигрываем. Я одного противника хоть и не видел, но, наверное, это не так сильно зарешало в определенных моментах. Может быть, конечно, вам со стороны вы увидите, как мне какой-то там урон ниоткуда наносился, но я особо не замечал эти моменты. Что я могу сказать по Гауссу? Это пушка, которая, по сути, сейчас имеет всего лишь 2 устройства. Одно устройство за донат, другое устройство, которое вы можете на данный уже период времени наконец-то купить в своем гараже. Это пушка, которая на постоянной основе играется без устройств. Соответственно, адреналин дает ей только дополнительный плюс. Никакого минуса адреналин не дает. Соответственно, если вам нравится данная пушка, если она вас интересует, если вы играете на ней на постоянной основе, она, как по мне, находится сейчас в среднем, стабильном, нормальном балансе, то вы можете просто-напросто приобрести себе данный адреналинчик и полноценно ловить какие-то определенные тайминги, больше привыкать играть без прожатий дополнительных там аптечек, либо просто пытаться как-то больше сейвить какие-то моменты. Да, если бы я сыграл бы сегодня на осаде, наверное, ну там было бы все просто, я поэтому и, как уже сказал в начале видоса, не захотел туда заходить. Ну а что касаемо простых битв, да, там ТДМ-очки, контроли точек, тяжело моментами реализовать данную пушку, когда команда играет не столь, наверное, грамотно, и когда ты проигрываешь, но в общем и целом все равно, как я уже сказал, моментами данное устройство дает пользу, и так как минусов у данного устройства нет, то оно имеет смысл быть, поэтому если вы играете на ней, то можете спокойнейшим образом себе его приобрести. Он явно будет вам полезен, и вы будете наносить по противнику дополнительный урон. Наверное, это все, что я хотел сказать вам сегодня. Не забывайте прожимать, друзья, лайки, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну и также не забывайте про стримы, которые у нас практически ежедневно в 22 часа или в 22:30 по московскому времени начинаются, поэтому приходите, буду вас там ждать. Но у меня на этом сегодня все. Всем спасибо, друзья, за просмотр, всем удачи и всем пока.